Так, всем привет. Был вопрос по привязкам и почему возникают глюки. Так, привязки в Blender, да, это вот этот пунктик. Можно их активировать как бы на постоянной основе, нажав магнитик или нажав Shift и Tab, да, горячие клавиши. Вот так, включим горячие клавиши. То есть видим, да, он активируется и начинает работать привязки. Первая вот эта привязка, привязки к сетке. Если вы возьмете, нажмете G, ну или активируете магнитик, нажмете G, мы видим, да, что привязывается элемент по сетке. Обычно в блендере для привязок используется удержание контрола. То есть нажали G и удерживаете контрол, и тоже начинает срабатывать привязка. Вот, привязываться к сетке, да, можно вот, например, абсолютный как бы снап и где оно? Вот абсолют будет к сеточке, а сейчас как бы с офсетом, да, с отступом. То есть если я сейчас вот смещу сетку и теперь буду переходить, видите, с таким же отступом оно и идет, ну, на то же самое расстояние клеточки этой сетки, да, в данном случае на 1 метр, но с отступом, да. А если нам нужно именно привязываться к этим точечкам, тогда мы включаем эту галку. Вот, да. И теперь видим, что центральной опорной точкой нашего объекта оно привязывается по сетке. Это первое. Вот. Часто, очень часто. Давайте я вообще, наверное, поставлю play. Так, вот эти удалим. Play. Второе, да, чаще всего используемая штука, ну, в общем, это привязка к вершинам, ну, еще и к фейсам. Остальными штуками я, в общем-то, это никогда и не пользуюсь. Ну, скажем о них. Вот, то есть, привязка вершинами. Переключились. Тут есть несколько еще таких типов. Вот. Сделаю на всех случаях еще несколько штук, чтобы их все показать. И первое, вершины выбрали. И первое, что стоит, closets. Это, то есть, будет привязываться ближайшей точкой к ближайшей. Да, то есть есть у нас объект, есть у него тут точка, да, есть второй объект, к которому я хочу привязывать, к которому буду наводить от курсор мыши, например, к вот этой точке. То есть схватил объект, нажимаю G, удерживаю Ctrl и навожу вот, да, на какую точку хочу привязать. И ближайшей вершиной он к ней будет привязываться. Да? То есть, если мне надо эту точку привязать к этой, то сначала объект сдвинул, а потом нажал G, Ctrl и привязал. Вот, все, в общем-то, без проблем. Так, следующее. Так, отведем. Вот, центр. Да, тут вроде бы, думаю, понятно. Нажали G, Ctrl, и центральной точкой будет привязываться. Если у вас выделено несколько объектов, вот, то будет привязываться, ну, вот это выделение, будет находиться какой-то центр и привязывается. Опять же, типа того, работает медиан. Да? То есть какой-то центральной точкой. Единственное вот различие, если вы будете переключаться вот в 3D курсор, да, сейчас одно и то же у нас, центр поставим. Да, вот теперь какой-то произошел непонятный глюк. Да, но это вроде бы как не глюк, я, в общем, до конца не понимаю. Все зависит от нашего курсора. Если я сдвину куда-то курсор и сейчас буду привязывать, да, то вот он привязывается как бы на какое-то расстояние непонятное. Вот, я, в общем-то, не буду вдаваться в эти подробности, расцениваю это, ну, мне это не нужно, да, вот почему говорю, у некоторых типа возникают глюки. В зависимости от того, что у вас тут выбрано, да, какой, как типа точка вращения масштабирования, да, у вас будет по-разному вести себя и привязки, да, то есть вот такое вы, наверное, сможете наблюдать. Вроде бы там переключились,
куда-то, да, а как-то ведет оно себя вроде нелогично. Да, медиан будет работать всегда, а вот центр, у нас есть какая-то зависимость от 3D-курсора. Какая, еще толком не понял. В общем, не знаю, у меня и не было необходимости, поэтому, в общем, и не вдавался в подробности. Да, расценил это как такой глюк. Говорю, потому что у многих пользователей возникает то же самое, и говорят, что привязки в Blender как-то работают плохо. Да, опять же, пользователи, которые там с 3D Max приходят. Нет, все тут с ними хорошо работает. Есть несколько просто вот таких моментов, на которые обращаем внимание. Ну и есть, как бы, да, еще там активным элементом, соответственно, который был выбран активный, опорная точка, и будет привязываться к ближайшей, как бы, нашей вершине. Вот. Еще один глюк, который возникает, например, я объединю все в один элемент и зайду вот в режим редактирования. Да, и этот, ну, не глюк, в общем-то, это, вот, все нормально. Когда вы моделируете, и у вас стоит, например, Individual Origin вот здесь, а вы начинаете привязываться к ближайшей вершиной, вот, то когда вы ставите Individual Origin, он будет привязываться, соответственно, вот индивидуальная, да, какая-то его так мнимая опорная точка, вот именно ближайший объект, и будет привязываться к вершине именно им. Смотрите, нажимаем G, Ctrl, да, и видим, он вот он серединкой привязывается. Передвину сюда, G, опять Ctrl, опять работает привязка. Да, то есть тут как бы все просто. Если же вы выберете все-таки тут median point, да, тогда будет все в норме, будет все работать нормально. И вершинки будут хорошо и послушно привязываться. Также тут в Blender, в общем-то, нету, да, как в этом 2D привязки, там, как в Max'е. А если у вас, например, кубик, да, то вот, скорее всего, будет возникать вот сейчас. Выделю вот этот элементик, вот, отэкструдирую его, теперь перейду, выберу вот эти вот элементы. Будет, опять же, привязка к видимой, наверное, вершине, оно тоже там через раз, да, клац, привязали, и оно это все дело подняло. Вот, а вы хотели, вы, например, занимаетесь там архитектурой, какие-то делаете плитку, да, разлаживаете, и не хотели, чтобы так происходило. Ну, тут как вариант, да, или привязываться, включать это и хватать, или за какую-то ось, или вот за плоскость, да, и удерживаем тогда Ctrl, и вот у нас работает привязка, и она не сдвинется вверх. Или же вы просто исключаете ось. Да, тоже нажали G и Shift Z. Например, по оси Z я не хочу смещений. И, соответственно, опять же, все привязалось, как, ну, как мы хотели. Да? Вроде бы таких проблем и не должно возникать. Вот единственное, да, с чем все сталкиваются, переключали вот эти Individual Origins, там Median Point, забывали про это, и потом вот ведет себя, казалось бы, неадекватно, да, но все адекватно, все решаемо, вот, все хорошо. Так, ну, выйдем, создадим еще, наверное, раз кубики. Там тоже. Ну и другие там типы привязок есть. Вот что там, к эджам, да, опять же, будет у нас объект привязываться к ближайшим ребрам. Вот, вроде все просто. Опять же, все вот такие же, как бы, как его, методы привязок тут есть. Backface cooling, не привязываться к вывернутым там нормалям. Тоже редко использую. Line Rotation to Target, это будет, например, вот если я у ребер, у точек тоже есть нормали, да, видите, и, соответственно, будут они выравниваться относительно этого. Нажимаю G, ну тут как бы все нормально. Вот если вы это сделаете, например, к вершинам, да, Line Rotation to Target, и видим, да, то есть тут привязка уже произошла относительно, как бы, нормали, как у нашей вершины. Видите, вот она синенькая, вот эта точечка, и, соответственно, точно так же объект и привязался.
Вот, так, ну, это понятно, к фейсам, думаю, тоже понятно. Здесь есть еще Project Individual Elements, да, все так же Align Rotation to Target, точки будут, и индивидуальные элементы. Ну, первое, это мы привязываемся, да, вот, к нашему, к полигонам. Обычно используется там в ретопологии. Вот. И вертим, да, вот смотрите, там к полигонам. И вот тут, где вот будет там вершинка, может скакать. Ну, или давайте я сейчас его подразделю. И вот эти вот немножко выдвину. Вот, и посмотрим. Нажимаю, да, то есть вот как у нас повернут нормаль полигона, соответственно, наш объект по ней выравнивается. Вот, а если там индивидуальные элементы, то, например, можно опять же взять, так, сюда курсор to selected, shift A и создадим plane. И, к примеру, да, индивидуальные элементы к, вот сюда, то элементы вот наши как бы вершины, да, тоже. И я могу теперь включить Project Individual Elements, нажать G, Ctrl там зажимаю, или тут уже обычно магнитик включается. И они все тут будут сразу проецироваться. Выделил две, нажимаю там E, Extrude. И каждая из точек по-своему тоже там начинает проецироваться и привязываться, да, к этому объекту. Вот. Так, к объему. Ну, наверное, тут есть. В общем-то, это тоже объем, не знаю. Сейчас. Что-то меня вырубило. Так, G. Ну, тут как бы к объему. Да, за пределы объема не выходим. Вот. Оп, и где-нибудь. Во. Snapping object. Ну, не знаю, вот честно, не используюсь, опять же, да, к перпендикулярным эджам, к центральной точке. Это уже такое, в общем, глюки, как вы говорите, из-за этого не возникают, да, он есть центр ребра, все нормально привязывается. Надеюсь, я рассказал, почему в блендере, как вам кажется, как и мне иногда кажется, да, бывают глюки в привязках, да. Ну, это, в общем, мы потихоньку глючим. Все, всем спасибо, пока.